вот человек, который стоит слева от меня, он специализируется на разной музыке, но в основном на латинской, да? Да. Вот, видите, он даже похож, собственно, на настоящего латинского мачо. У меня вообще, знаете, все музыканты мачо. Так вот получается. Ну вот. В общем, вы все прекрасно знаете эту песню, я думаю. Yeah.